Так, он говорит, так точно. Он говорит, так точно! Опа, опа, пидор зашевелился. Вот он. Фидер. Это фидер. Я просто, чтобы было веселее работать, называю пидер. Говорю, давай пидора сюда. Оно? Дома, дома. Крути. А это оно? А, оно, да, юстировочное другое. О, загорелось. Загорелось, да? Да. Сразу. Смотрю. Не-не-не-не. О, пошел сигнал. Ну, это хорошо, значит, как минимум. Фишка правильно сделана. А? Чё? Почему у нас там не горит? А потому что у нас же проблема с корзиной. Да, вот горит две лапочки, написано одна power, другая alarm. Ну. То есть power еще одна есть. А этот-то тоже надо куда-то присоединить? На землю. У тебя там есть земля где-то? На. Нет. На-на-на. И болтик я тебе сейчас дам. Нет. На. Нет. Держи. Нет. Так, а еще я здесь где-то таскал кусочек. А, вот он. Надо вот где-то здесь вот подвязать. Хоп. И землю сразу тоже сюда. Хоп. Подвяжем сейчас. Сюда можно землю. Приваренный болт. А? О! Чистяшечка пригодилась. Все. Фирма веников не вяжет. Понятно? Понятно? Понятно. Понятно, говорит. Понятно. Что-то непонятно. О, сейчас покажу. Видончик отсюда. Вчера я снимал видончик. Оттуда. Сегодня снимаю видончик отсюда. Вот что сзади у меня тут хреновый видончик. Вот Карла Либкнехта. О, вон она сзади меня, эта улица. Вон памятник Алёше. Где он? Вон он. Вот в этом окошечке. Это инженер-энергетик Владимир. Ключик вот. Ключ к дорогам России, кстати. Что нам делать, что нам делать? Посмотрим, давайте посмотрим. Посмотрим, что нам делать, что нам делать. Что нам делать? Ага. Ну так. Монтаж. Прикручивать землю. С жопой кверху.